Здравствуйте, с вами Павел. Как вас программировали и обновление Копейка установлено Professional Audio Device. Соответственно, мы запустили СКП. ЭБУ у нас заменены, да. И продолжаем. То есть у нас тут нету шины мод, но она подразумевает. Вот, из-за этого менюшки не дописываются. У нас должны появиться USB и Bluetooth. У нас их нет. Инста проверяет доступ. Автомобиль работает на крайне медленно, но составляет план программирования относительно как бы, ну, автомобиля в целом. То есть учитывается ФА. В ФА было дописано BMW Professional 624. Вроде как опция была на память. Как бы довольно буганутые и работают. Так, о чем мы отпустили? Вольта мы поставили. Что для программирования этого автомобиля нужно подсоединить интерфейс к прямому выводу мост и после этого продолжить работу. Ну, мост-адаптер у меня с собой есть, но как бы в этой башке мост шины у нас закрыта. Вот, вот смотрите, ИСТа считала комплектацию. Потому что, по сути, как бы, ну, во всяком случае, владелец не планирует, ну, на этом автомобиле использовать мост-шину, потому что там никакие мульфы и лоджики стены как бы доустанавливаться в ближайшее время, ну, так как я уже говорил, не планируется. И в этой башке у нее вообще залочен выход на мост. Смотрите, в ТС были идентифицированы следующие блоки масок. По сути, как бы, вот маска, понятно, выбор желаемого режима программирования, полная. По графическому интерфейсу она, в принципе, частично похожа на Renegold, то есть D. Вот. То есть вот это у нас идет. Вот видите, GV, межсетевой преобразователь R2 видится. Статус. Ну, с ошибочкой там желтый. Так, знаете, спецмероприятие, данная заголовка. Она у нас определяет сейчас условия. Вот, пожалуйста. Тут есть у нас возможные функции.
водооснащение. А, тут только кодирование, наверное, будет. Сохранение конфигурации моста, видите, присутствует. Ну, а тут уже через это импорт данных. Сеанс идет. Условия определяются. Вот он у нас. Модуль межсетевой, встроенные антенны и маск. Программирование у нас вот тут доступно. Пока не посчитают. Видимо, галочку поставить нельзя. Вот выставление блока идет у нас действие. Вот смотрите, видите, у него ККан. Перечень действий. Восстановление блока. Ну, в любом случае, для КАС. Вот, надо нам ждать завершения процесса. Что она попытается сейчас готовку замену. Он занят. Настройки, не верюсь. Экспертный режим, сеанс. Больше определяет, конечно, до конца не понятно. Но, видимо, из-за того, что оптика не подключена, она не хочет идти дальше. Поэтому сейчас я завершу процесс. И после этого...
Этот сеанс закрыть. Так. Обслуживание. Иста. Совершить сеанс. Так. Сеанс у нас. Создать новый сеанс. Сейчас проверим. Майжет. И комод свободен. Давай сейчас выберем частичное программирование, а не полное. Сейчас новенькое видео, часть 2 начну писать.